вопросы доставлены. Поздно. Я не буду за них платить. Ты уволен, уходи. Но мне нужна эта работа. Ты уволен? Но дайте мне еще шанс. Это меньше аванса, выданного тебе пару недель назад. Тебе они нужнее, чем мне. Нет, я не могу их взять. Нет, можешь. Ты можешь принять от меня деньги. Деньги-то, видит Бог, небольшие. Запомни, чем больше сил, тем больше и ответственность. У меня теперь кое-кто есть. Он мне как бы нравится. Я не узнаю тебя. И я больше не могу думать о тебе. Не прикидывайся моим другом. Ты украл у меня МДЖ. Украл любовь моего отца. А потом он умер. А ты не сдал того урода копам. Разве не так? А? А? Разве не так? А, братишка? Питер, мы столько раз говорили с тобой о честности, порядочности, справедливости. Поэтому я был уверен, что у тебя хватит духу притворить эти мечты в жизнь, Питер. Я не могу больше жить твоими мечтами. Я хочу жить собственной жизнью.